Привет всем, всем, кто зашел на наш канал. Сегодня я хочу показать наши томаты, которые мы выращиваем на подоконник. Томаты, помидоры, как хотите, воспринимайте. А вчера, позавчера я их выставила на подоконник. Это специальные сорта, которые выращиваются на балконе, на подоконнике. Эти семена я привезла из России, когда была в отпуске. Этот сорт перед нами — балконное чудо. Я приобрела 3 разных сорта: балконное чудо, Пиноккио и еще желтый сорт. Не знаю, у него название какое-то сложное. Уже есть соцветия. Сейчас сделаю маленький обзорчик. Это уже другой подоконник. На этом подоконнике сорт Пиноккио. Более низкие. Они еще подрастут. На них еще нет. А, нет, появились. Есть, вот соцветие появилось. Видно, маленькие там точечки появились, да? А это вот именно желтый сорт. Они подрастут. Здесь у меня и шалфей. А это цукини. Это рассада цукини, которая, естественно, не останется на подоконнике. У нас в этом году есть кусочек земли. И через пару дней я высажу в открытый грунт. На этом подоконнике растут огурцы. Самих огурцов еще нет. Но посмотрите, как они у меня выросли. Это для выращивания на балконе, на подоконнике. Три горшочка. А здесь так, сорт «Бычье сердце». Это 2 горшочка, они уйдут в открытый грунт. Сорт огурцов. «Балконное чудо» называется. Так что периодически буду показывать результат этого года. А здесь вот рассада еще совсем маленькая для открытого грунта. Дело в том, что семена для открытого грунта я уже покупала с большим опозданием. Именно в тот момент, когда узнала, что у нас, что мы уже нашли кусочек земли. Поэтому эти сорта — это и «Бычье сердце» здесь есть. Сорт помидоров для того, чтобы готовить соусы. Ну и еще один сорт. Я название не говорю, не помню сейчас название. Сейчас «Бычье сердце», «Канистрино». Название забыла, еще одно название какое. Это уже для открытого грунта. У нас будет время, я обязательно вам покажу этот участок земли. Мы уже там посадили картошку, она всходит, уже всходит редиска, взошел зеленый горошек и стручковая фасоль. Мы как-нибудь попадем туда, я вам все покажу. Друзья, спасибо вам, пока, пока, до встречи.